Озвучка J-Cube представляет Run BTS, эпизод 30. Развлекательное шоу из воспоминаний. Первая часть. Run BTS. BTS одеты в ретро-стиль. Почему мы так одеты? Это особый эпизод Гаю. Мама Доксона? Да, у меня кудри. Я не похож на мальчика из доставки молока или газет. Фландерс. Точно, Фландерс. Еще и велосипед с корзинкой. Я видел это в драме. Точно. Хён всегда выглядит как учитель английского. Разве это не обычная одежда Намджуна? Ты не выглядишь странным. Да, это правда. Это моя одежда. Правда? Чунгук выглядит как богатенький мальчик. Чунгук, у тебя самая шикарная одежда. Шикарные гуки. Великолепно. Что думаете о Джине Хёне? Джин Хён, ты Ю Сэ Юн Сунбиним? Он выглядит как студент-второкурсник. Синие джинсы. Шуга Хён и Ви потрясающе выглядят. Люди раньше такие ремни использовали. У нас было что-то подобное в 1988 году. А мне только кажется, или Шуга Хён сегодня выглядит ниже. Хён, ты выглядишь как Дао из Crazy Arcade. Я не понимаю стиль Юнги Хёна. Хён, ты похож на куклу? На страшную куклу в машине. Кивающие головы куклы. Хорошо. Чем же мы сегодня займемся? В этих нарядах? Что это? Тема сегодняшнего Run BTS – окунуться в развлекательное шоу из воспоминаний. Развлекательное шоу из воспоминаний. С ведущим Шугой две команды сыграют в игры из старых развлекательных шоу. Давайте начнем. Вперед, вперед! Сегодняшний ведущий Шуга. Поскольку мы не знаем, где что, пожалуйста, раздайте это по одному, каждому. Там что-то еще есть? Меч узнает своего хозяина. Внутри меча что-то есть. Разные цвета. Ребята, знаете, что говорит меч, когда ему жаль? Прости? Это очень смешно. Ребята, соберитесь. Прости? Теперь я понимаю. Давайте выберем меч на счет три. Мой меч. У половины мечей внутри кое-что есть. Пожалуйста, на счет три. Обнажите свои мечи. Я тренировался фехтованию в течение 10 лет. Раз, два, три. Вот и мой меч. Вот он. Мечи с луком парей. Лук парей? Что это, лук? Команда лук парей, встаньте вместе. Эта команда хорошо сбалансирована. Но это команда Джина. О чем ты говоришь? Команда Ким Сок Джин лучшая. Ребята, пожалуйста, выберите название своим командам. Я соберу мечи. А, сосредоточьтесь, ребята. Отдай мне, отдай это. Папа Шуга заботится о своих сыночках. Давайте продолжим. Наша команда называется Ким Сок Джин. Давайте сыграем в камень-ножницы-бумага. Давайте. Камень-ножницы-бумага. Камень-ножницы-бумага. Название нашей команды уже предопределено. Какое название у вашей команды? Ким Сок Джин. Наша команда называется «Очки». О, точно, они все в очках. Может, «Очки против без очков»? Нет, мы команда «Ким Сок Джин». Команда «Очки против команды Ким Сок Джин». Команды поделены выбором мечей. Команда «Очки» Чонгук RMV, команда «Ким Сок Джин» Джин Чимин Джей Хоп. Ребята, наказание, наказание. Давайте выберем наказание. Давайте, пожалуйста, скажем один за другим. Потому что мы одеты в стиле 80-х. Как насчет наказания того времени? Давайте прогуляемся в этом по улице Горосу. Отправиться в этом в Макао. Участники проигравшей команды отправятся в этом в Макао. У BTS завтра вылет в Макао, одевшись вот так. Каждый будет стараться изо всех сил. И с этой же прической? А нет, можете надеть кепку. Сами можете выбрать прическу. Мы сделаем это в качестве наказания. Думаю, это хорошее наказание одетыми вот так. Эй, это мой берет. Тогда я напишу здесь, это берет Ким Тэхёна. Если Пак Чимин сделает это, давайте сделаем это по прибытию, когда прилетим туда. Полагаю, вы можете принять душ и лечь в этом спать. Тогда мы отправимся в Макао прямо в этом. Думаю, а лучше будет вылететь в этом. Нет, те, кто хотят круто выглядеть, всегда одеваются так при вылете. Вот почему это наказание. Я согласен. Ребята, поскольку это наказание, если вам не нравится, тогда побеждайте. Вы все думаете, все в порядке, пока это не я. Мне все равно, пока это не я. А что нам делать с Шугахёном? Шугахён наденет очки. Если мы проиграем, Шугахён присоединится к нам. Если он так сделает, мы поучаствуем. Верно. Да ни за что.
Хён, мы дадим тебе право выбора. Выбери команду, которая, на твой взгляд, победит. Напиши ее перед тем, как мы начнем. Напиши название команды. Я напишу. Если напишу название команды, тогда не буду честен во время игры. А, никто и не просил тебя. Итак, наказание выбрано. Вылет или прибытие. Но ведущий — это наша цель. Если ведущий выберет команду, он может быть нечестен. Да, это так. Ведущий Шуга выберет команду и должен следовать результату этой команды. А почему я должен присоединиться к этому? Потому что ты выбираешь команду. В последнее время я всегда побеждаю. Не показывай название. Отдай стафу. Отдай им это. Хорошо, это честно. Не меняйте позже никогда. Это будет весело. Покажите название команды. Шуга выбрал команду очки. Не меняйте ее. Будет весело, если Шуга Хён тоже проиграет. По дороге в аэропорт? Или только при вылете? Это завтра. Да. Ладно, это будет мило. Я заправлю в штаны. Это выглядит модно. Рубашка, заправленная в штаны. Нет, Хасок Хён просто... Это уже в его стиле. Он просто добавит классную шапку. У вас тоже хорошие наряды. Это не выглядит таким уж старомодным. Да на мне фиолетовая водолазка. Я никогда не видел такой синий цвет. Я никогда не носил ничего такого. Ты не сам выбирал этот ремень? А мне сказали, что должно быть в ретро-стиле. Да, итак, давайте сыграем в игры. Это твой собственный выбор. Давайте вместе прокричим «Run BTS». «Run BTS». Это тот момент, которого вы все ждали. Команда Ким Сок Джин против команды Очки. Ребята, пожалуйста, приложите все усилия. Нам нельзя проигрывать. Что ты делал во время отпуска? Я ездил на море. Я вошел в воду в рубашке, без рукавов и в шортах. Другие люди были в пуховиках и фотографировали нас. А правда? Джей Хоп? Да. Если бы у тебя была машина времени, в какое время ты бы вернулся и чем бы занялся? Хочу вернуться во время, когда не учился танцевать. Почему ты не хочешь танцевать? Тебе не нравится танцевать? Нет, я не это имел в виду. Я просто хотел усерднее учиться. А, ничего себе, учиться. Джей Хоуп — это мое имя. Я начну учиться. Джей Хоуп. Мой папа учитель литературы, поэтому ее и хочу изучать. Пожалуйста, сходу придумай стих. Стихотворение Джей Хоупа. Название стихотворения? Да. Что за... Хорошо, спасибо. Короткое, но впечатляющее стихотворение. Он мог бы стать громким именем в корейской литературе, если бы смог вернуться во времени. Ребята, тогда сейчас... Ты, Хён, чем бы ты занимался в 2000 году? А мне было тогда 5 лет. А, правда? Ты был достаточно взрослым. Нет, 5... Я с 95 года. В 2000 году мне было 5 лет. Тебе было 5 лет в Миллениум? Не 6? Не 7? 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ему было 6 лет. 6 лет, правильно, 6 лет. А вы должны почувствовать, словно вы сейчас в 90-х годах. А знаете что? Вы знаете, какие развлекательные шоу были популярны в начале 2000-х? Шоу, которые были популярны в начале 2000-х? X-Men, Match Made in Heaven. Как оно называлось? В салоне. Роза в салоне? X-Men, Live and Enjoy Together. Впервые спустя долгое время слышит это название. Верно. Я ничего не помню такого. Скрытая камера. Точно, скрытая камера. Что это было за шоу, где играли в Кун-Кунта? Семейная прогулка. Счастливые 10 вон. Она называлась «Счастливые 10 вон». Что вы сможете купить на 10 вон? Тебе нужно вернуться во времена просвещения. А восклицательный знак? Я понял, ребята. Тогда было много развлекательных шоу. И всяких ТВ-программ. Хватит разговоров. Ладно. Что всегда было одинаковым в этих шоу? Открытие. Их открытие. Верно. Танцевальный конкурс. Верно. Танцевали в качестве церемонии приветствия шоу. Я слышал, что подготовлены потрясающие песни. Как только услышите их, скажите: «А, это песня!» Я знаю, что они собираются включить. Мембер BTS уже в восторге. Особенно этот человек. Эй, ребята, конечно. А начнет лучший танцор. Джин. Давайте начнем с Джина. Начнем по очереди. Мне здесь танцевать. Пожалуйста, выходите на сцену и станцуйте, как только услышите музыку. Ребята, выходите. Скоро выйдет принц танцев. Он покорит сцену. Он показывает взмахи крыльев, чтобы улететь к армии. Хорошо, что это было? Конец. Ви, ты следующий. Инстинктивно соблазняет. Танцевальный инстинкт, на который не влияет время. Эта песня очень хорошая, все ее знают. Амбициозное лицо, которое не показывает то, о чем он думает. Ах, стыдно. Следующий. Танцевальная машина Чимин. Ничего себе. О.
Вы видите это? Мое тело само танцует. Так держать, Чимин. Что это за танец? Что это? Время восторженных танцев. Вечеринка, танцуй как хочешь. Хорошо. А лучший лидер RM. RM следующий. Что за песня? Песня, которую все они знают. Нужно сделать это. Камера осторожно приближается. Сотрудничество с танцевальным вундеркиндом RM. Вот оно. Зажигай. Ничего себе. Сексуально и провокационно. Следующая и настоящая танцевальная машина. Думаю, я должен пойти первым. Песня изменится. Он пахнет танцем. Я здесь, чтобы покорить 2017. Что это за песня? Его зовут Джей Хоуп. Мне нужно танцевать. Молодец, мой Дансен. Это Надежда Евангелиста. Надежда Евангелиста Джей Хоуп проверяет свои суставы. Милая поза в завершении. Ах, это было круто. Золотой Макне, Чунгук. Не волнуйтесь, я понял. Ты больше не невинный Макне. Это совершенно новый Чунгук. Кто подумает, что этот парень самый младший? Ах, хорошо. Чунгук, отлично. Никто не сможет его остановить. Бесконечная страсть к танцам. Ведущий, ведущий. Музыка прекратилась. А для Шуги мы запланировали особую песню. А мне нужно начинать? Я Шуга, танцевальный робот. Он выглядит как персонаж манги. О, я хочу увидеть сегодняшнего ведущего в действии. Хорошо. Ребята, ох, я устал. Теперь нам нужно сыграть в игры. А это была не игра? Это разве не игра была? Нет, это было открытие шоу. То, что мы сейчас делаем, разогрев перед настоящей игрой. А, это не настоящая игра, но что же. Разминочная игра. Она называется «Борьба за проигрыш». «Борьба за проигрыш»? Думаю, я играл в нее раньше. Игры из старых развлекательных шоу. Разминка. «Борьба за проигрыш». Тот, кто спиной падает на пол, выигрывает. Победители могут выбрать себе противника на следующий раунд. Ребята, начнем играть. Уверен? Если ты уверен, выходи, пожалуйста. Выйди, Джин, потому что мы команда Ким Сок Джин. Чунгук, Чунгук, Чунгук. Пожалуйста, выходи. Ах, почему он? Чунгук из команды Очки против Джина из команды Ким Сок Джин. Ребята, вы готовы? А вы готовы? Что ты делаешь? Расскажи нам, как ты себя чувствуешь? А хорошо, я понял. Да, подождите, вы готовы? Пожалуйста, и у Джина Хёна спроси. Как ты себя чувствуешь, Джин? Постарайся, Ким Сок Джин. Вы должны встать. Приготовились? Начали. Падает, как только они начинают. Проиграл. Готово, выиграли Ким Сок Джин. Хён, ты хорошо проигрываешь. Ким Сок Джин лучший. Ты хорошо проигрываешь, молодец. Отлично. Чунгука. Отлично, это же Ким Сок Джин. Думаю, я хорош в борьбе. Хён, мы проиграли, но сделали все возможное. Это было слишком коротко. Теперь следующее. Нет, сейчас не твоя очередь. Это турнир. Можешь кого-нибудь выбрать. Ви, выходи. Пожалуйста, встань на колени. Второй раунд. Ви из команды Очки против Джина из команды Ким Сок Джин. Это только разминка. Подготовительная игра. У нас еще много игр впереди, ребята. А Джин легко проигрывает. Как и его имя. Отлично. Ким Сок Джин из команды Ким Сок Джин. Он соответствует своему имени. Да. Ты держишься? Почему у тебя так сильно завязано? Приготовились? Начали. Словно он застрелен. Очень гладко. Первое признание. Он талантлив. Он талантлив в проигрышах. Это точно. Джин нашел свой талант. Он поразительный. Я? Третий раунд. RM из команды Очки против Джина из команды Ким Сок Джин. Приготовьтесь. Приготовились? Пожалуйста, начинайте. Думаю, он сделал так, чтобы выглядеть круто. Встаньте. А давай стремиться к трем победам подряд. Приготовились? Начали. Начали. О, удивленный Гук. Почему ты принимаешь эту технику? Начали. Техника? О боже, почему он так сделал? Серьезно, он применил какую-то особую технику. Я был удивлен. Правда? Смущенный RM. Посмотрите на него. Я выигрываю, но это неправильно. Это была хорошая игра. Его техника была великолепна. Я никогда не видел так хорошо выполненной техники. Я выиграл или проиграл? Ты выиграл. RM принес победу команде Очки. Давайте перейдем к следующему раунду. Чимин, присаживайся. RM против Чимина.
Приготовьтесь. Он заходит слишком далеко. Слишком далеко. Да ладно тебе. Я так стояла, а он начал делать вот так. Это разминка. Они слишком агрессивны. Давай заново. Начали. Нет. Автоматически спящий режим. А думаю, что тебя пнули по попе. Ты в порядке? Он не может говорить. Победители разминки команды Ким Сок Джин. Ким Сок Джин, как и ожидалось от команды Джина. Тем не менее, ребята, это была разминка. Это просто для веселья было? Конечно. Итак, продолжаем. Вы слышали об этой игре? Это игра, сидя на подушке. Игра, сидя на подушке? Быстро переместиться, сидя на ней? Нет, это игра из старых развлекательных шоу. Первый шаг. Послушайте вопрос. Второй шаг. Если знаете ответ, поднимите подушку над головой и скажите название команды. Третий шаг. Если правильно ответите, победите. У участников команды Ким Сок Джин есть право выбрать соперника. Они решат, кто сядет на подушку. А потом можете выбрать себе соперника. А, понятно. Джей Хоп, хочешь начать первым? Но раз ты не участвовал в прошлой игре... Хорошо. Ничего, если я проиграю? Это плохо, поскольку это турнир. А, понял. Удачи, удачи. Оставайся там как можно дольше. Кого выберешь? Это викторина. Я подготовил несколько вопросов. Что же... это... Тэхёна. Давай, если осмелишься. Джей Хоп выбрал Ким Тэхёна. Ким Тэхён, выходи. Хотите устроить гляделки? Я уверен в себе. Когда думаете об этом, я бог взгляда. Раз, два, три. Ты нервничаешь? Я начну викторину. Поле битвы двух мужчин. Ребята, эта песня известна как 333. Это викторина? Да. 333. Что за песня? BTS? Номер один. Если это в огне. Номер два. Мне держать это, прежде чем это в огне. Номер три. Не позволяйте этому гореть. Номер четыре. В огне или нет? Номер пять. Это в огне? Номер шесть. Огонь или нет? Очень много вариантов. Как мы сможем понять? Ким Сок Джин. Команда Ким Сок Джин. Просто отгадывай. Номер девять. Огонь. Верно. Верно? Правда? Это верно. Верно? Я думал, что это будет номер семь. Потрясающе. Нам сильно везет. Что с ним не так? Ты видел ответ? Нет, просто догадался. Это верно. Думаю, Ким Сок Джин приносит удачу. Ты проиграл. Тэхён, пожалуйста, вернись на свое место. Следующий участник. Ты потерял уверенность в себе? Тогда давай. Молодец, парень. Выбери другого участника. Чонгуки, выходи. Что ж, Чонгуки. Если он проиграет, придется нам выйти. Думаю, что в команде Ким Сок Джин есть что-то особенное. Хорошая атмосфера. Да, в прошлый раз тоже. Если бы команда называлась Ким Сок Джин, мы бы стали самыми лучшими. Этот вопрос о развлечениях. Ты уверен? Чонгуки, можешь смотреть. Я прочитаю вопрос. Его глаза сильно впечатляют. Первой дорамой мембера BTS V была Хваран. О, это сложно. Это сложно. Каким было имя персонажа Ви? Номер один. Полагаю, они не знают. А думаю, не оба не знают. Номер один. Хан Персон. Номер два. Хан Сон Сан Иль Чубон. Номер три. Хан Сон Силь. Номер три. Я просто отгадаю. Вы доверяете мне? Пожалуйста, сделай это. Номер четыре. Хан Сон Гон. Хорошо. Номер пять. Команда очки. Отвечай. Номер шесть. Хан Сон. Благословит ли бог отгадывание его на этот раз? Неправильно. Ким Сок Джин. Ким Сок Джин. А я отвечу. Вы мне доверяете? Мы доверяем. Доверяем. Мы доверяем тебе, Джей Хоуп. Я должен проверить энергию. Это то? Если он ответит, будет эпично. Номер семь. Номер семь. Хан Сон. Богиня удачи встает на сторону Джей Хоупа. Читает. О, неправильно. А, номер пять. Хан Сон Ами. Номер шесть. Хан Сон Джан. Номер семь. Хан Сон.
Команда очки. Очень красивый. Ты сказал команда очки. Номер 8. Хан Сон. Верно. Я победил. Ты дал ему шанс. Теперь Чонгук может выбирать соперника. А можно я сделаю это в стиле Хоби Хёна? Пак Чи Мин, выходи. Эй, гость, не говори со мной неформально. О том, что я только что сделал, я хочу извиниться за это. Подожди, сейчас счет 1-1? Отныне вопросы становятся немного сложнее. А, они еще сложнее. Сложные вопросы, о боже. В эпизоде Run BTS в полицейском участке. Помните что? Помню. Джин был осужден за две вещи. А, я знаю. Какой была вторая причина? Слишком сложно. Было название преступления? Это короткий ответ? Это множественный выбор? Я правда не знаю больше этого. Номер один, потому что он всемирный красавчик. О, это хорошая причина. Да, это разумно. Номер два, потому что он выглядел удивительно красивым. А звучит хорошо, это тоже разумно. Ты не помнишь? Я говорил тебе причину. Победит тот, кто вспомнит. Вторую причину? Да, вторую. А. Номер три, ведет себя как старик. А я никогда так себя не веду. Не смотрите на меня. Номер четыре, потому что он крадет сердца армии своими широкими плечами и красивым лицом. Чонгук, а? Чонгук поднял подушку. Чонгук. Номер четыре. Чимина, поднимай. Команда очки. Ничего не говорите. Не помогайте ему. Своими широкими плечами. Ким Сок Джин. Номер четыре. Своими широкими плечами сердца армии украл. Чонгук, а? Порядок слов был неправильным. Команда очки. Отвечай. Не помнит. Безумие. Я заново прочитаю. Добрый Шуга повторит. Номер четыре, потому что он крадет сердца армии своими широкими плечами и красивым лицом. Ким Сок Джин, команда очки. По правде, Чимин быстрее сказал. Ты должен все правильно сказать. Украл сердца армии своими широкими плечами и красивым лицом. Команда очки. Неправильно. Говори после того, как услышишь. Ответ. За бомбежку сердец армии своими широкими плечами и красивым лицом. За бомбежку. Почему он сказал за бомбежку? Команда очки. Думаю, это правильный ответ. Своими широкими плечами и красивым лицом. Молодец. Неправильно. Нет? У нас 7 вариантов. Почему сейчас? Полагаю, это не то. Не то? Зачем ты уже потратил всю свою энергию? Команда очки, отвечай. Старик. Он вел себя как старик. Какой номер? Номер три. Вел себя как старик. Неправильно. Номер пять. За то, что всемирный красавчик. Все звучит как ответ. Команда очки. Номер пять. За то, что он всемирный красавчик. Настало время дать подсказку. Номер шесть. Старик старше 40 лет. Что это? Конечно, это не так. Отвечай, Ким Сок Джин. Номер шесть. О, я старик. Старик старше 40 лет. Неправильно. Команда очки, отвечай. Номер один, за то, что он всемирный красавчик. Неправильно. Это было до того, как мы участвовали в билборд, верно? Верно. Номер семь, Мин Юнги. Чи Мин. Номер семь, Мин Юнги. Неправильно. Номер восемь. Ты говорил, что у нас 7 вариантов. Он соврал. Номер восемь. Старик. Старик. Команда очки. Команда Ким Сок Джин. Команда очки. Подождите, Ким Сок Джин. Шанс получает команда очки. Команда очки. Хорошо. Номер восемь. Старик. Ошибка. Номер восемь. Номер восемь. Ким Сок Джин. Номер восемь. Это ранит мои чувства. Старик. Неправильно. Да какой же ответ? Номер девять. Парень. Команда очки. Номер девять. Парень. В чем разница? Было восемь. Было старик. А, номер девять старик или парень? Парень. Номер восемь было парень. Тогда там было парень. Тогда было номер три старик. Там было просто старик. Пожалуйста, выберите следующего участника команды. Это утомительно. Джин Хён, ты должен выйти. Следующий вопрос. RM, Джин и Чонгук сделали эту песню во время эпизода MT. Как она называется? Ладно, на короткий вопрос я отвечу. Я знаю. Тут также множественный выбор ответов. Множественный выбор? Давайте попробуем. Просто назови, попробуй. Ты это знаешь. Ким Сок Джин, номер 7, ветер воспоминаний. Неправильно. Команда очки, номер 5, ветер воспоминаний. Команда очки.
Ким Сок Джин, номер 8, «Ветер воспоминаний». Сперва давайте послушаем варианты. Давайте сперва послушаем. Номер 1, «Ветер поездов». «Ветер треков», «Ветер поездов». Номер 2, «Звук ветра». Номер 3, но пока что слишком рано называть правильный ответ. Номер 3, «Ветер воспоминаний». Он снова не справился. Номер 4, Ким Сок Джин, «Ветер воспоминаний». Номер 3, «Ветер подул». Номер 4, «Надеюсь, ветер дует». Попробуйте самое новое. Номер 5, «Ветер, ветер, ветер». Номер 6, «Место, где дует ветер». Номер 7, «Ветер воспоминаний». Команда очки, Ким Сок Джин, отвечай. Номер 7, «Ветер воспоминаний». Ким Сок Джин, номер 8, «Ветер воспоминаний». Поражены отличными навыками ведущего Шуги. Что это? Что ты делаешь сейчас для нас? Что это? Даже ему смешно. Номер 8, «Ветер памяти». Ветер научной статьи? Что? Ветер памяти? Номер 9, «Ветер воспоминаний». Номер 9, Ким Сок Джин, Ким Сок Джин. Он сказал номер 9. Он не сказал очки. Номер 9, он сказал номер 9. Верно. Номер 9, «Ветер воспоминаний». Это был правильный ответ. Ким Сок Джин, команда очки. Я должен был сказать название команды, но сказал лишь номер 9. Ким Сок Джин, это уже номер 9. Пожалуйста, назовите имена местных сольных исполнителей. Очки. Найоль Юнгын. Раз, два, три, четыре. А выбыл. Я еще ничего не сказал. Ким Сок Джин, ты должен сказать это. Я отсчитал время, когда ты поднял это. Ким Сок Джин, RM, Шуга, Чунгук, Ви. Раз, два, три. Сольные. Мы солисты. Найоль, Юнган, Ким, Бомсу, Пак Хёшин. Идеально, правильно. Отлично. Намджун в конце. Он не хочет так одеваться. Он так поедет в аэропорт. Ни за что. Хорошо, хорошо. Ребята, следующая игра. Да. Игра «Стальной шкаф». А, «Стальной шкаф». Что за «Стальной шкаф»? «Стальной шкаф». Игра из старых воспоминаний. Ким Сок Джин, очки. О, очень быстро. Пока я моргнул, уже все было закрыто. BTS научится играть в легендарную игру «Кун Кунта». Бан Ши Хёк, Кун Кунта. Слово «Бан Ши Хёк» разрешено. Спасибо, гендиректор Ним. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Полусонная мужская группа BTS вернулись к викторине. Я станцую. Почему? Почему ты на меня сердишься? Я единственный. Я станцую, станцую. Захватывающая игра на избежание наказания. Круто. Нет? А я первым это сделал. Что случится с Шугой? Что произойдет с Мин Юнги? Это была озвучка J-Cup. Не пропустите следующий эпизод Run BTS. Should hear it, oh, I'm happy to make time.